Okay, boys. Gut, boys. Мы приветствуем вас на втором полуфинальном матче Кубка Английской Лиги. Первая игра завершилась нулевой ничьей, так что в финал сегодня могут выйти как хозяева, так и гости. Для обеих команд этот турнир – это возможность выиграть трофей. И от финала на Уэмбли их отделяет всего 90 минут. Мы видим в стартовом составе Дэнни Уильямса. Он получает шанс проявить себя. И кто знает, может быть, именно он станет главным героем этого матча. Момент для удара. Есть гол. Дэнни Уильямс забивает. Вот так нужно отвечать на критику. Он хотел доказать, что он достоин играть на этом уровне. И он это сделал. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Матье Дебюши. Дебюши. Арсенал идет в атаку. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Джек Батлин. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Дэнни. Двигается с мячом вперед. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Джозеф Аллен. Шакири. Может получиться интересная атака. И как опасно пробил. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Перед этим матчем много говорили о травмах, лишивших команду нескольких игроков основы, и о Дэнни Уильямсе, который вышел в стартовом составе на позиции нападающего. Для него сегодня в каком-то роде это момент истины. Про Уильямса много говорят, и давление на него оказывается тоже очень серьезное. Но, если честно, у него не было пока возможности проявить себя. Он толком-то не играл, выходя на замену только минут на 20. И вот сегодня, наконец-то, он вышел в старте. Если сможет помочь команде выйти в финал, это будет для него большим успехом. И поможет в дальнейшем закрепиться в основном составе. Великолепно. Пас на ход партнеру. Прекрасно. В выгодной позиции игрок. Опасно. Гол. Потрясающая атака. Великолепный прорыв и роскошный гол. Это вам не прямой удар с носка с закрытыми глазами. Это совсем другое дело. Да, ювелирная работа, идеально закрученный мяч, который идет точно так, как и хотел игрок бьющий. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Посмотрим за этой атакой. Уолкот. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Джозеф Аллен. Хесе. Партнеры поддерживают эту атаку. Скидка назад. Невероятный сейв! Ждем угловой. Мяч летит в центр штрафа. Тут каркас ворот спасает команду после этого удара головой. Действительно, хороший получился удар. Считанных сантиметров не хватило до гола. Уилшир. Матье Дебюши. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Тео Уолк. Арсенал в атаке. Нет, не дошел этот пас до адреса. Мяч перешел к другой команде.
Аарон Рэмзи. Джек Уилшир. Уилшир. Смотрим начало атаки. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Алексис Санчес. Аарон Рэмзи. Дэнни Уильямс. И в атаке Дэнни Уильямс. Подача. Чей мяч будет? Хороший вынос мяча из штрафной. Алексис Санчес. Оливье Жиру. Жиру идет вперед. Вот. Навязывают ему борьбу. Отлично сыграно. Надо решать. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Джозеф Аллен. Джердан Шакири. Дэнни Уильямс оказывается в положении вне игры. Рэмзи. Тео Уолкер. Арсенал идет в атаку. Уолкер. На пару решили разыграть эту комбинацию. Джердан Шакири. Джозеф Аллен. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Джердан Шакири. Джо Аллен. Просто невероятный перехват. Аарон Рэмзи. Тео Уолкер. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Джо Аллен. Это может быть опасно. Дэнни Уильямс заряжает с дистанции. Ну, вряд ли стоит наносить такие неподготовленные удары. Партнеры ему там что-то выговаривают. Ну и, насколько я понимаю, что это нецензурное, да, Георгий? Дэнни Уильямс. Это может быть опасная атака. Пенальти. И это пенальти плюс желтое, что вполне соответствует логике эпизода. Да, игрок, конечно, погорячился и здорово подвел свою команду. И берет мяч вратарь. Угадал направление удара голкипер и выручает свою команду. Дэнни Уильямс. Защита первая на мяче. Вынос. Положение вне игры. Оливье Жиру. Соперник среагировал раньше, чем, судя по первой половине этой игры. Второй тайм полуфинального матча Кубка Английской Лиги начался. На кону выход в финал, и нужно рисковать обеим командам. Второго шанса уже не будет. Тут силовая борьба. Райан Шокус. Глен Джонсон. Тут его прижимают, не дают пространства. Дэнни Уильямс. Посмотрим за этой атакой. Хесе. И есть поддержка у этой атаки. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Алексис Санчес. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Дэнни Уильямс, как тебе его игра, Константин? Я думаю, что он должен быть немножечко расстроен по итогам первого тайма, несмотря на то, что на его счету один забитый мяч есть, но он все-таки был близок к дублю. Но не сложилось. Арсенал в атаке. Джо Аллен. Шакири.
Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Оливье Жиру. Мяч перешел к другой команде. Тео Уолкер. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Находит эта передача от... Нужно бить поворотом! От штанги мяч отскакивает, забивай! Здесь он попадает под прессинг. Отличный удар! Гол! Отлично Уильямс забивает! И это его второй гол сегодня. Молодчина, никого не боится и уверенно ведет команду в финал. Три-ноль, это уже серьезно. Оливье Жиру. Дэнни Уильямс не дает добраться до мяча соперника. Пока неплохо. На пару решили разыграть эту комбинацию. Хороший обострение. Отлично отбор. Ставь, ставь, не имеешь права. Это пенальти абсолютно справедливый, а вот карточку судья почему-то не дает. Да, надо, конечно, требовать желтую карточку, и обязан капитан команды будет вмешаться. Удар с 11 метров и гол. Отметим уверенную реализацию 11-метровой. Нам повторяют пенальти. 4-0. Ну, это разгром. Оливье Жиру. Арсенал идет в атаку. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Дэнни Уильямс. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Судя по молчанию трибун, болельщики хозяев в победу своей команды уже особенно не верят. Кстати, Георгий, хороший был бы заголовок для одной из газет «Молчание трибун». Молодец, ты здорово подобрал эти слова. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Попадает под прессинг. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Великолепный спурт Дэнни Уильямса. Отличный отбор. Афилай! Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Свежий игрок выходит на поле у Арсенала. Рэмзи. Бозил. Боя. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это может быть опасно. Рэмзи. Мисут Озил. Мяч летит в сторону ворот. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Замена сейчас произойдет. Все здоровы, так что замена, видимо, тактическая. Санчес. Ну так нельзя играть вблизи своих ворот. Алексис Санчес. Аарон Рэмзи. Все верно. Края надо чаще задействовать. Озил. Озил! Ну, это совсем не точно. Тут он сделал ставку на точность, но удар у него, мягко говоря, не получился. Передача головой. Мяч по-прежнему у них. Рэмзи.
Похоже, они решили поиграть вдвоем. Арсенал в атаке. Аарон Рэмзи. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? С мячом Дэниел Уильямс. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. И ближе к воротам игра переходит. Тут может что-то получиться. Это хет-трик! Браво! Что творит Дэни Уильямс? Если сегодня команда его выйдет в финал, вот кому партнеры должны будут сказать спасибо. Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Ну что, Георгий, ждем покер? Какая боль! 5-0. До конца игры 7 минут. Аарон Рэмзи. Оксли Чемберлен. Смотрим начало атаки. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Боя. Райан Шоукрус. Вы представьте себе, если комментаторы будут во время матча комментировать в полголоса. Вот так, как вы сейчас играете. Это разве здорово? Пока неплохо. Грамотный пас, все по делу. Уильямс. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Дэнни. Он бьет. Хороший какой удар получается у Уильямса. Хороший это тот, что удар в створ, а здесь он пробил мимо. Озил. Основное время истекает через одну минуту. Чемберлен. Алексис Санчес. Оливье Жиру. Потерял он мяч, но кому он достанется? Матч окончен. Команда выходит в финал Кубка Лиги на Уэмбли благодаря великолепной игре Дэнни Уильямса. Классный матч он сегодня провел. По его поводу имелось очень много сомнений. Говорили, что он не готов выступать на таком уровне. Но сегодня этим сомнениям приходит конец. Дэнни Уильямс, мы приветствуем вас на втором полуфинале. Danny Williams. Great game, lad. Good job. Feels good to be here, you, huh, mon ami? The manager was impressed with your performance, lad. We all were. Time to knuckle down and push on. Huh. I've been waiting for those words to come out of your keg all season, lad. But you can't just be saying it in here. You've got to be doing it out there, consistently. You need to start taking some responsibility. Responsibility? Like setting a good example in that? That's me all day long. You remember what you were like when you first came here, lad? Blooming Jack in the box. You could barely sit still long enough to sign that contract. When the photographers left, you remember what you said to me? About wanting to make a name for yourself at this club. Well, a joke, right? Manager wants you to take a more active role over the next few games. See if you can help set us up for some success in the Premier League. You want to make a statement now. Earn yourself a spot on the team for the League Cup final. That'll be a good place to start. Right.
Morning, gentlemen. We're looking to where our opponent... That's all for today, lads. Get some rest today.